Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня я предлагаю вашему вниманию нечто особенное. Игру, в которой нет сценарного влияния, так как вы создаете ее сами. Игру «Социальный эксперимент», где поступки каждого игрока будут влиять на глобальную экономику. Представляю вашему вниманию Versities, самую крупную социальную стратегию на Android-платформе. Основная цель Versities с обычного клерка – дорасти до настоящей акулы бизнеса, управляющей СМИ, законами и жителями города. Выбрав свой город, вы окунетесь в огромный мир из тысячи игроков, каждый из которых, как и вы, создает свои товары, строит бизнес, участвует в политике, ведет газеты или просто ходит на рыбалку. Цены, валюты и заработная плата зависят от общего баланса, который создают живые игроки. Выбрав партию, ты определишь дальнейший вектор развития игрока. Каждой партии движут свои идеи, каждый вносит свою лепту и предложение в развитие партии, и со временем ее лидер сможет побороться за место мэра. А быть может, этим человеком станешь именно ты. Заручись поддержкой других игроков. Побеждай в честной битве или веди грязные политические интриги с подкупами и шантажом. Ну а когда ваша партия придет к победе, вы сможете менять город, влияя на ее законы, бизнес и экономику в целом. Кроме ежедневного рабочего дня, вам придется тренироваться в зале и повышать выносливость вашего персонажа. Ведь помимо стратегии, вам предстоит вступать в реальные бои за город с другими игроками. Это все лишь малая часть жизни Versities, и при всем при этом разработчики не останавливаются на достигнутом. Каждый может вносить свои идеи и предложения, которые дополняют и улучшают мир игры, делая его еще более приближенным к реальной жизни. В общем, если ты ищешь серьезную экономическую стратегию и не боишься ожесточенных сражений за лучшее место под солнцем, то Versities тебе однозначно понравится. Игру, в которой нет...